наша 20-я конференция, такое юбилейное для нас. За эти последние там, лет 7, когда мы эти конференции проводим, конечно, конференция претерпела сильные изменения. Ну, во-первых, вырос существенным образом масштаб. Ну, то есть, если мы начинали там с аудитории в Москве там 100-150 человек, то вот ну, текущая конференция это порядка 500 участников. Это, конечно, принципиально. Раз такое большое количество людей, это, соответственно, тот объем контента, который мы должны давать, он становится совершенно другого уровня. Так как мы считаем себя грамотным заказчиком, мы нашли в лице Axelot грамотных исполнителей, и, соответственно, все общение, которое было между нами на этапе реализации проекта, было очень позитивным и продуктивным. То, что мы оставили для себя очень положительное впечатление и произвели на свет продукт, который реально работает. Это, наверное, самое лучшее, что могло быть. Интересные вещи рассказывают, в том числе и ваши коллеги, о том, об инновациях, о том, куда мы движемся, куда отрасль движется и что будет завтра. И интересно еще то, что можно вот поговорить с коллегами из схожих отраслей, из схожих компаний, у которых подобные вот сейчас проекты делаются, кто как выкручивался из разных сложностей. Это все полезный и приятный опыт. Аудитория видно, что это практики, те люди, которые ищут решения, или те, которые определенные решения уже имеют из тех, кто приехали. Достаточно интересное общение и живое. Познакомились с людьми, рассказали о своих решениях, послушали чужие проблемы. Что-то мы уже решили, что-то перед нами стоит. Очень понравилась конференция, хорошо устроена. Много практических кейсов, которые показывают, каким образом сейчас работает современный склад. Я считаю, что конференция по организации прогрессирует, потому что много специальных сессий, которые направлены на отдельные виды логистики, перевозок, транспорта, склада.